Ау, есть кто? Добрый день, доложите обстановку, пожалуйста. Ребят, это не смешно, хватит прикалываться. О, братан. Ой, привет, привет, привет. Что такое? Что случилось? Я там труп видел. Все ACP сбежали. А почему у тебя черная карточка? А чё? В смысле, а чё? Какое лучше? А разрешение этого тебе давали? Вася, это ж противозаконно, не по правилам у нас, это как бы не по понятиям, понимаешь? Ну типа за это следует увольнение, как минимум. Да, я заберу, короче, и отправлю, можешь мы тогда взять. Тебе челлендж. Если ты будешь нарушать, я буду тебя убивать. Не, иди в жопу, не. Народ, хочу рассказать вам о группе, в которой всего лишь за одну подписку вы можете выиграть PS4, iPhone, часы Apple Watch и кучу других призов из бесплатной коробки. Заходи в группу ВК Crazy Box, подписывайся и пиши боту промокод. Тебе будет выдан код, с помощью которого ты сможешь открыть бесплатную коробку и выиграть что-то очень крутое. И кстати, лично мне выпал браслет к Xiaomi за 3000 рублей. Ну уж такой-то халявы я точно нигде не встречал. Помимо бота, на стене группы каждые несколько часов раздают промокоды для открытия бесплатной коробки. Заказывай доставку призов, либо продавай их на сайте и за эти деньги открывай платные коробки. Так что подписывайтесь и забирайте свои ништяки. Ссылочку на группу я оставлю в описании. Микрохит нельзя носить в руках, его надо убирать, только если ты его используешь, блядь. А я думал наоборот, его нужно носить обязательно, типа с тяжелым. Нет! А, ну все, я понял. Нет. Все, вот так вот, да? Прием, это Чарли 15, я охранник. У нас тут происходит какая-то чертовщина. Вас понял, где вы находитесь? А где мы находимся? Мы находимся в оружейной. А, какая оружейная? А, ну блин, арсенал. Блять, а где мы находимся? Где мы находимся? Быстро скажи, я не хочу опозориться. А, да, все, я тоже вижу. А, ой, да, вот, привет. Вот мы вот. Так, пожалуйста, покажите свою карту доступа. Научный сотрудник или старший научный сотрудник, или нам придется вас ликвидировать, ученый. Можно. Братаны, так, охранник, дайте карту. Oh, hi, Mark. Спасите, помогите! Мы не туда пришли. Пошли посидим. Пойдем, стреляй. Добро пожаловать в мою квартиру. Выглядит... Располагайся. А это что, ты только... Это мой дедушка. У тебя тут из мебели только стол? Привет. Да. Ну, справи бы. Эвакуация сейчас будет. Тут два тюрени. 249. Что? Мы 249-го, алё. Да. Что за бред? Два хрустика. Всё. Всё, два хрустика будет. Это ивент такой. И 2-7-го. Это фишка. Это не баг. Погнали. Всё, погнали. Вам пизда, братаны. Вы чё, охерели, что ли? Ебать, да, давайте так оставим. Да, давайте. Трофил, они там их... Это не баг, это фича. Тупо идут, а такие два штука, и две печеньки у них идут. Вот, да, фактор. Что происходит? Охерели? Плотим дверь там. Второй 77, ты охотник, я тебя перевожу. Ничего не вижу. Статуя слепили. Так, дальше кто... Ну, спасибо за путь. Не, за что. А, я не знаю, может быть сдаться или воевать. Воевать до последнего патрона, до последнего процента хелса. Пи***ть тебя, Василий. Если ты умрешь, я сдамся. Я без тебя не... Бля, ну да. Ты можешь наделать самолетиков. Собрать свою личную армию. Ну, я организую руку. Да мне пи***, все, Василий. Да ну нет, не может такого быть. Ну одного я убил. А! Нет. Василий, мне пи***а, все. Все. Абузер. Да не я бужу, он абузит. Да я вижу, что он абузит. Я бужу. Похер, да? Это не такой страшный абуз, это все ради сервера, для его рекламы потом. Ладно, я с тобой побегаю, контент тебе подаю. Давай. Голову ломай. Я вам помогу с контентом. Вооружайтесь, давайте. Да блять, нахуй ты себе автомат заспавнил-то. Вспомни себе пистолет, и все, и кукухи. Да блять. Ну это типа совсем. Все, пойдем. Ты мне разрешил. Нормально, я закрыл. Пусти, пожалуйста, пусти. Закрой! Беги, сука! Беги! Сука, ну вас нахуй, знаете, блядь. Пошла в жопу тупая статуя. Я тебе что предлагаю, смотри, ставим научного сотрудника под мушку и выходим и говорим со своим встретим, то, что если он приблизится, то мы его убьем. Да ты что, издеваешься? Он не послушает, он вас обоих потом убьет. Да послушай, да. Да не, я... Ладно. Слышишь, мы его убьем. Ой, блядь,
походу мне пиз. Давай. Блин, не, я не хочу. Закрой. Ты хуйня, дебил. Какая-то камера хуй. И ящерица переросток. Мы тебя спасли вообще-то, идиот. Отсоси мне теперь. Давай, я жду. Смотри, что у меня есть. Надо? А у меня есть. Серк. О, ну походу. Чувствуешь, пачек уже пя руки-то тут. А я-то еще. Я не знаю ни о чем ты. Кто такая, блядь? Ой, мам, пиздец. Ой, мам, пиздец. Ну, закрывай, блядь, братан. Заходи. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine. Нет. Сука, мне кто-то звонит. Блядь. Алло. Значит так, объясняю. Мы МОПСИ 7. Наша задача устранить все биологические субъекты в комплексе, также все SCP объекты. Любой МОП, который прибывает в комплекс, мы не устраняем. Также включая нас. То есть, сейчас заходим в комплекс. Заходим в комплекс. Здравствуйте, вы нарушили два РП момента. Всех на расстрел. О, блядь, нет, кроме этого. Давайте ликвидируем. Нет! Граната! Да вызовите лифт, блядь! Беру командование на себя, у нас 173-й на гейт Б. Мы заходим с другой стороны. Что происходит? Нет, это дед! Нихуя тебе! Нет, лежи! Ты их убил. Это не я закрыл дверь. Я просто вошел первым. Ладно, подождите, я сейчас сообщу их женам, что они умерли. Да ты с***ца захотел просто, иди сюда, верни обратно. Блять! Сука. Да тут везде трупы, куда, блять, мне идти-то? Пока, братан, пока. Я жив. Какого черта вы приняли на себя командование, когда жив командир и лейтенант? Пиздец. Потому что все начали паниковать и просто стрелять во все стороны. Да, показалось. Да. Нет, братан, сука. У меня рука дернулась, я думал, ты, блядь, спереди меня. Ну раз никто не видит. Давай, пихайся в эту яму, давай. Давай, сука, не пихается. Ладно, сорян, не хотел. Я это сообщу твоей жене, ага. Вот это да. Ты погиб, защищай меня. Товарищ кадет, вы назначены на уничтожение, вы знали? А не забудь подписаться, тыкнуть на колокольчик, написать свой комментарий и заглянуть в наш паблик с топовыми мемами. Ссылочка есть в описании.